Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды забираем за 3 звезды и за 2, соответственно. Раз, два, отлично. Так, переходим в задание, откройте колоду. Это я все сделал. Пройдите одну серию испытаний. Вперед, вперед, быстренько сейчас пробежимся по этой серии испытаний. Нам не трудно. Так, кто у нас там будет выпендриваться? Сейчас посмотрим. Первый это у нас... Кирби, роднулька-красотулька, да? Ну-ка, на-ка. По щам получил. Шреддер, добей его. Прекрасно. Так, минус грибок и... Минус... Да какой там минус? Хотя... Да, минус. Ну что, передвигаемся с тобой дальше. И у нас тут Бибоп и два Рокстеди. Даже два Бибопчика у нас, оказывается, здесь тоже. Давай массовую атаку сделаем, да и все. Не будем тут на них любоваться даже. Так, Усаги крутит-вертит. Ага. Я думаю, что этот не жилец. Давай вот сюда, наверное, с тобой метнем. Ай, как хорошо. Надо добить его. И Рокстеди. Все. Должны оба упасть. Хотя, наверное, вот этот. Опа, а почему постепенно урон такой слабенький? И не убил его сразу? А, кто мне скажет? Никто? Вот и я не знаю. Почему так произошло? Ладно, серия испытаний пройдена. Забираем свои награды. Идем сюда. Забираем. Сразиться в боях. У меня все... О, кстати, мы же можем купить... Подожди секунду. Сколько там нужно? А-тя-тя, нам чуть-чуть не хватает. И что же нам прикажут делать? Ладно, перебьемся пока. Пока перебьемся. А сделаем с тобой немножко по-другому. Мы прокачиваем карайку, так? Нам нужно с тобой 10 поединков сделать. Поехали. Что нам тут не хватает? Двух вот этих вот геймпадов. Один нашли. Второй тоже нашли. Великолепно. Дальше нам нужно с тобой вот таких вот 8 пультов. Поехали. Один есть. Второй нашли. Третий в кармане. 3 пульта, плюс еще 5. Ага, 4. 3. Да не то, не то. 2 и последний пульт. Вот он, ребят. Так, ну что, прокачиваем. Что, я неправильно посчитал? Ну, понятно, бывает такое. Все. Прокачиваем до 3-й ступени порошок ниндзя. Великолепно. И поднять уровень персонажа. Так, Ванюшка, да, у нас будет? Ванюшка. 84 уровень он получает. Забираем с тобой все награды. Так, друзья мои, сегодня пятница. Сегодня у нас открываются новые испытания. А в магазине мы откроем с тобой пак еще бесплатный. Посмотрим, что у нас, кстати, по монеткам, по жетонам. Ну-ка. Так, тут ничего. Здесь. Здесь уже хорошо, ребят. Возьмем с тобой, естественно, на классику Шреддера. И по жетонам у нас с тобой 250. Мало, мало. Чуть-чуть, конечно, нам не хватает. Чуть-чуть, но потерпим. Оу, кстати, у нас вот здесь откатики разыгрываются еще. Телепортики, точнее. Ладно, короче, начнем мы, как всегда, с тобой с турнирки. А потом Черепашья буря плюс клан Фуд. Поехали, где мы находимся сейчас? Лига мастеров, 56 ранг. Опять меня скинули. Хотя я был практически в топчике. Я, по-моему, и был в топчике, насколько я помню. 74, нет, давай-ка что-нибудь попроще. Давай, наверное, вот возьмем ноунейма. Берем Армагона, 72 уровень здесь противников, поэтому... Ага, 72, как же. 76 здесь еще. Без риска. Не буду я здесь рисковать. Поехали. Да, я взял, друзья мои, Супер Шреддера здесь еще. И начнет именно он. Поехали. Хоба. И добивочный от Армагона. Ништяк. Первый бой за нами. И двигаемся дальше. Сегодня я хочу, да, ребята, опять занять первое место. Что за дела? Два дня не поиграл, и все, и скинули меня. Такие довольные, и все. Нет, они, может быть, и довольны, я нет. Единственное, что меня смущает, хватит ли у меня откатов.
Но если я, например, буду вот так вот делать по два, то есть один откат тратить, например, на Армагона, возвращая его в команду, а второй откат на... Точнее, не второй откат, и брать к нему кого-нибудь из персонажей, которые еще у нас есть, но которые еще не отыграли. Но у меня таких мало, имбовых-то. Вот у меня что остался? Лео, кто там еще? Бакстер Стокман, но мы знаем его инициативу, поэтому как бы я за него не ручаюсь. У Саги еще только, по-моему, там остался, и все. Так, позиция у нас 31-я. 31-я, да? Ну что, берем с тобой Исиаку. Можно было взять и Леньку, в принципе. Исиаку. Раз, два, три. Поехали. Ну, тут тоже, ты понимаешь, да? Армагон плюс Усаги — это пока еще непобедимая комба. Тут даже не о чем разговаривать. Начинаем крутить, вертеть. Наносить, ну, хотел сказать, офигенный урон, но на самом деле терпимый. Для них это терпимый. Ну, Армагоша здесь, естественно, все подчистит. Слушай, что-то мы с тобой деремся, а я все никак не могу перейти на лигу мастеров 3 звезды. А откатики-то у меня кончаются. А нам еще сколько поединков нужно сделать? Еще два. Опять Исиако? Что это он тут? Ну, давайте, ребята, ну, чтобы не рисковать. Кстати, кто-то утверждал мне в комментариях, что у Супершреддера удар будет посильнее, чем у Армагона. Ну, посмотрим. Ну, я даже не знаю, как это можно сравнить. Может быть, это если по шкале посмотреть. Они же одинакового уровня, да, скиллы у них прокачанные. Давай посмотрим, как это у нас делается. Сейчас. У нас есть с тобой определенная графа. Например, вот возьмем, например, тут Армагон. Вот, навыки. Вот сюда. Смотри внимательно. Меткость, сила атаки 3334. Так, это у Армагона 3344. Так, у Шреддера навыки, сила атаки. Ну, ребят, и кто говорил, что у Супер Шреддера сила атаки больше, чем у Армагона? Ничего подобного. Может быть, из-за меткости, сейчас посмотрим. 2619 здесь, а у Армагона... У Армагона даже меткость круче. Так что, извините, друзья мои, вот вам факты, что все-таки Армагон будет сильнее по атаке. И вот он по скорости, да, он проигрывает, но именно по атаке, как ни крути, он выигрывает. Так, ну что же, мы с тобой тогда продолжаем. Педро. Ну, нет, Педро я брать не буду. Возьму он Шади лучше, потому что там нет Микеланджело вредного. Так, возвращаем обратно Армагона. Супер Шреддеры. Раз, два, три. И, наверное, вот после этого поединка мы перейдем уже на 3 звезды Лига Мастеров. Но хватит ли мне откатов и всего прочего для того, чтобы забраться в топчик? Если только покупать, ребят. Но мне откаты нужны на телепорты. Телепорты, ну без них я что? Я не смогу без них делать события. Я не смогу без них фармить. Понимаешь, да, о чем я? Так что, наверное, я все-таки не буду сегодня выпендриваться слишком сильно. Завтра еще... завтра мне в ночь. Ну, не знаю тогда. Завтра мне в ночь, потом два дня... Ой, две ночные смены, как бы... Это получается суббота-воскресенье, в понедельник выходной. Зато в буст попадаем мы с тобой. Так что хорошо. Ираки. Слушай, а мне нравится эта девочка, я возьму ее. Ираки. О, плюс Супер Шреддер. Блин, ну по два отката сделать как-то накладно получается. У нас с тобой 9, то есть на 2 это получается еще, ну, в среднем пятерочка, да, 5 боев. А тут как минимум нужно еще где-то, ну, боев 7-8 провести.
тратить баксы на откаты. Да фиг с ним, ребят. Дойдем с вами, ну, пускай там нам не хватит 10, ну, 20 очков для того, чтобы передвинуться на топчик. Фиг с ним. Мы все равно урвем с тобой момент и отыграем. Все у нас будет великолепно. Мы закончим эту неделю, я тебе говорю, в топовом ранге. Это я тебе обещаю. А уж как и каким образом, это мои, ребят, проблемы. Так, ну что, берем с тобой Андрюху. Берем с тобой Андрюху. Возьмем, наверное, Бакстера. И вот так вот. Просто посмотрим, прокатит ли. И чтобы не рисковать, да, если что-то там пойдет не так, я возьму сюда еще Криса Брэдфорда и плюс Зэка хотел. Давай железноголового. Попробую сейчас просто сыграть вот так вот. Может быть, пару откатиков мы с тобой сэкономим. Нам хватит для того, чтобы забраться сегодня в топчик. Так, Армагон ходит первым. Ну вот, смотри, Армагон, ребята, ударил. 79 уровни были. И ударял Супер Шреддер. Супер Шреддер не добивал так мощно, как это делает, извини меня. Тихо, как это делает у нас, извини меня, Армагон. Так что тут все налицо, ребят. Что Армагон, как ни крути, он все-таки является одним из сильнейших пока. Я вот не знаю, мы с тобой когда кроликов прокачаем, я потом обязательно сравню их характеристики. Но просто для меня сейчас Армагон — это эталон. Если кролики вообще будут круче, чем Армагон, то это можно будет с одного удара всех сносить. Нам даже никого не надо будет с тобой брать в отряд каких-то там подстраховочных лиц. Так, поехали. Келлин, Джин, Мелли. Ну, возьмем Келли, наверное. Так, берем сюда Армагона опять. Майки, вот такой отряд у нас получается. Немножко, конечно, подозрительный, но если мы сделаем с тобой уклоняшку, то, в принципе, будет уже годным. Ага, ага. Попал, смотри-ка. А если я? О, смотри, сколько здоровья оставляет. Почти микроны. Пит, как же я про тебя забыл, что ты... А! Это, конечно, было мое упущение. Ванюша... Блин, надо что-то делать. А давай вот так вот. Меткость, если что, понизим. Тебя умоляю, это что такое было? Все, по-моему, мы доигрались тут. Хиляемся, срочно причем. Живем еще. Поехали, ракеты должны, в принципе, уничтожить их всех. Да. Ну, я тебе скажу, что я бы мог тут доиграться, дошутиться. Могли бы отдуплиться. Я единственное, не врубился, почему у нас было уклонение от майки повешенной, и все равно по нам попадали. Странно, очень странно. Вообще не промахивались, как будто и там и не было никакого уклонения вовсе. Так, ну что. Здесь я беру Артема, это не обсуждается. Берем с тобой Армагона. Так, что у нас там еще осталось? Можно, в принципе, вот так вот сделать. Чё-то я не знаю. Я немножко сомневаюсь, конечно. Блин, у них хиллер здесь есть, у них карайка. Нет, придется, наверное, вот это убрать все. И сделать вот так. А уже вот с этими ребятами можно взять и сплинтера. Ну, ты понимаешь, да, почему? У карайки, кстати, вот тоже неплохая, не забывай об этом. Если она звезданет кунаями своими, мало не покажется. Поэтому... Зэк будет ходить первым. Дальше у нас, конечно же, Супер Шреддер. И, в принципе, на добивку будет Армагон. Хотя, посмотрим, может быть, Супер Шреддер здесь справится. Нет, не справляется, ребят. Всего лишь двоих. Ну и одного мы добили. Так, давай смотреть, куда мы с тобой переместимся. Еще у нас с тобой 5 откатов. И это, грубо говоря, 3 боя. 3 боя. Ну, если... Если постараться и как-то здесь, не знаю, улыбнется нам удача, то можно, в принципе, все это провернуть. Причем довольно неплохо провернуть. И сейчас вот, например, Супер Шреддер звезданет, да? Плюс Армагон. Еще 3 отката. Если бы где-то один поединок использовать с одним откатом, то было бы все вообще великолепно. Но как это сделать, пока не могу, ребят, даже предположить. Кого-то взять на замену, но не получится, потому что их все равно разберут. Был бы еще Зэк у нас в команде, можно было как-то подумать, на замедление сыграть.
Но тут вот не туда, как говорится, и не сюда. Нам чуть-чуть буквально не хватит. Вообще капельку. Вот Ванька. Если взять Ваньку, Армагон. Блин, ты видишь, я просто потеряю инициативу. Армагон ударит, потом они все начнут ходить. Никак не получится, друзья мои, никак не получится, поэтому вот что хочешь с этим, то и делай. И вот один откат остается, и ни туда, ни сюда, ребят, он. Его никуда не присобачить, понимаешь? Поэтому получается у нас с тобой сейчас последний поединок. Тратить баксы, я еще раз говорю, не хочу. Я буду копить на телепорты. Поехали. Ага. Ну и Армагоша добивает. Ну, по-другому здесь и быть не могло, поверь мне. Не то, что не могло, я бы и не хотел, чтобы здесь что-то было по-другому. Так. И мы с тобой перемещаемся на 10 место. Ребят, я вам говорил, где-то буквально 10 кубков не хватит. Ну, я не знаю, если как-то взять поменьше противника, вот, например, здесь 77-й, 76-й уровень, взять Армагона и вместе с ним, ну, это как-то, ну, это несерьезно, друзья. Я, конечно, давай попробуем. Я знаю, что выживет один Армагон, но 10 кубков вряд ли я смогу взять. Понимаешь, о чем я? Вряд ли я смогу взять 10 кубков. Хотелось бы, но... Ну вот, смотри, смотри, что сейчас будет. Карайка, давай. Так, подожди. Ну, сейчас кого-то ушатает, понятное дело. А если я, например, сделаю отхил, Ванька сделает свою пулеметную дробь, да? Хотя, если мы сейчас понизим атаку. Вау! Ну, это, ребята, это мастерство называется уже. Это называется мастерство, тут по-другому не скажешь. Значит, все-таки первое место. Да, ребята, я... Ну, ты сам видишь, кто я. Мастер-класс, елки-палки, провел вам. Сам не ожидал от себя, если честно, что мы вот так вот с тобой все-таки сделаем. Сделаем все, что нужно. Так, откаты это я уже потом за кадром начну, наверное, делать. Ну что, друзья мои, черепашья буря, где у нас разыгрываются все черепашки. Давай смотреть, кого нам сюда все-таки дадут. Не супер-пупер, конечно, имбовый отряд, но я думаю, второй эпизод мы все-таки с тобой, наверное, пройдем. Вот в третьем мы, скорее всего, сфейлимся. Ладно, не будем гадать, будем смотреть. Сейчас Рафаэль, естественно, контратаку. Куда же он без этого? Так, теперь супер-шреддер. Добьешь? Молодец, красавчик. Так, у нас с тобой, в принципе, все персонажи, кроме Рокзара, имеют супер-атаки. То есть массовые, я имею в виду. У Бакстера даже их две. Что очень круто. На тебе. Угу. Здесь что? Ну, давай попробуем Доню ушатать. Не вышло. А так? Так получилось. Майки теперь. Так, это месть. Это называется, ребят, месть. Месть его не сработала против нас. Ну и давай с гранатомета. Фиговенько. Так, последняя, четвертая волна. Угу, классика, да? Классика жанра. Минус Лео. Майки никак не хочет погибнуть. Вот. И добивка по Рафаэлю. Ну, первый эпизод тут понятно. Можно было бы даже с закрытыми глазами пройти, потому что они все 60 уровня. Сейчас они будут... Какого? 70-го получается, да? Так, здесь будет, да, 70-й уровень. И, в принципе, здесь тоже можно пройти, ребят. 70-й уровень, я думаю, пройдем. Вот с 80-м, я не знаю, как там уже будут обстоять дела. Давай-ка мы здесь, наверное, с тобой включим сердцебиение. Я не буду здесь тратить массовую атаку именно от супершреддера. Сколько я помню, здесь нужно вырубить в первую очередь майки. Но у меня не получилось. А он не стал ставить, кстати. Это хорошо, что он не стал ставить усиленную атаку на отряд свой, да? Замечательно. Так, Ванюш, погнали. Давай с пулеметочки.
Можно было бы, конечно, получше. Здесь, в принципе, надо уничтожать Донателло. Он хиллер. Суператаку не хочу пока тратить. Замечательно. Так, возьмем провокацию с тобой здесь. Угу. Массовая атака пошла, да? Ну, ты видишь, это берет провокацию. Лео, понятное дело, прикрывает свой отряд. Бросим туда гранату. И когти. Упс. Мимо. Неожиданно, конечно, что мимо-то. Так, майки, подожди. Майки сделать, наверное... А, месть! Я думаю, что происходит, ребята? Месть стоит же на нем, ё-моё. Я что-то не доглядел. Это сильный удар, но бесполезный. Так, это только третья волна, оригиналы. Но тут лучше, конечно, массовые атаки применять сразу же. Не искушать, как говорится, судьбу. И очень хорошо у нас тут получилось. Так, и последняя, четвертая волна. Угу, черепашки видения. Давай, Зэк, бросай. Замедляшка сработала. Кто у нас тут? Ну, тут есть некоторые такие, знаешь, вреднюки. Провокатора надо убрать, попробовать. Волна. Ай, хорошо пошло. И добивка. Ну что, второй эпизод, в принципе, нам тоже с тобой поддался. Мы его прошли. На 3 звезды, его можно фармить, если ты хочешь. Ну вот, меня интересует больше почему-то 75 жетонов, 15 долларов. Слушай, неплохие награды. А здесь сколько? Что там за награды, я не знаю, ребят. Но 80 уровни. И, по-моему, здесь уже не 4. Ох, здесь 6 волн. Вот это уже напряженка, конечно. Ё-моё, они стреляют здесь. А у них инициатива здесь, ребят, посерьезнее будет. Поехали. Так. Добивка нет. Ну-ка так. Вторая волна. О, одни из опаснейших черепашек, ребят. Так, нам как-то надо... Может, заблокировать попробуем? У-тю-тю-тю-тю. Блин, все равно надо вырубать его. Есть. А если я возьму провокацию, это же каждый будет его бомбить, да, бедного Рокзара. Это надо будет как-то успевать еще хилять его. Рафаэль. Поехали. Блин. Ну, естественно. Так, он берет провокацию. Короче, нам нужно с тобой сейчас врубать по возможности, естественно, сердцебиение. Сердцебиение именно от супершреддера. Вот мы активируем его. И будем надеяться на то, что нам этого хватит. Да ну, блин. А, он хиляется, это хорошо, что он хиляется. Он бы мог и звездануть, ребят. Вырубили. Меткость понизили, отлично. Он под защитой, мы его сейчас тут запаримся, если честно, разбирать. Но зато мы с тобой отхиливаемся потихоньку. Потихонечку мы с тобой захиливаемся. Ну. Так, и добивка. Классика. Классика жанра. Здесь надо с майки начинать. Плюс граната. Да ну, ты серьезно, еще и промахнулись. Что за бредятина-то, эй. Блин, они же сейчас начнут что делать? Они начнут свои суператаки делать. Поверь мне. Ой-ой-ой, мощная атака, ребят, на Ваньку, да, все это упало. Трындец. Понеслась. Я даже не знаю, как тут. Наверное, вот так вот все-таки сделать надо. Суперудар тратить. Не, давай вот так, наверное, все-таки. Когти бросим. Лео, возьмем Рокзара в провокацию. Четвертая волна. Блин, оригиналы. А потом, по-моему, космические будут, да? Там тоже, ребята, не забалуешь особенно сильно. Здесь, наверное, все-таки вот так вот. Есть, есть, ребята. Я лучше возьму сердцебиение. С надеждой на отхил, естественно. Плюс я попробую добить Рафаэля. Эй! Тихо.
Ну, конечно, конечно, начинает. Кто на что гораздо начинается? Выпендрёж. Ну, вырубим. Норм. Пулеметка. Е-е-е. И добивка. Пятая волна. Так, черепашки видения. А кто у нас на последней волне? Я не помню, ребята. Я, наверное... А, космический, блин, вспомнил. Не надо было вот так вот делать. С этими ребятами я бы мог разобраться и попроще. Ну, видишь, что сделано, то сделано уже. Единственное, хорошо, что, ребята, у нас с вами все-таки висит отхил. Но плохо то, что у нас нет с тобой супер-атак. Здесь вредный... Я не знаю, тут все вредные. Тут и Донни очень сильный, и Майки сильный. В общем, они все сильные здесь. Попробуем, может быть, все-таки сработает замедляха. Е! Замедлях, ребят, сработало. Так, минус Майки. Здесь Донни. Донни здесь опасен чем, ребят? Тем, что он вызывает свой метеорит. Ну, Бластер тоже очень опасен. Попробую так вот сделать. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки успел, ребята. Блин, а, нет, это не метеорит. Это просто... Что он там... А, он ускоряет отряд свой, да. Добьем мы его, интересно. Есть контакт. Тут Рафаэль, блин. Давай, наверное, Рафика попробуем. Все-таки уничтожить. Клинками. Изи. Так, беру провокацию, ребят. Это ускорение, по-моему, да, или что, я не помню. Здесь я не стал, ребят, делать массовую атаку, потому что у него, видишь, все равно висит иммунка. Все! Есть контакт. Я сомневался, что мы с тобой пройдем черепашью бурю полностью. Ну, как видишь, прошли. Я не знаю. Ух ты, 100 жетонов, $20 плюс Леонардо. Вот это хорошие награды. Вообще смачно, если честно. Нам $2 не хватает для того, чтобы я смог купить целую кучу этих телепортов. Ну что же, тут все великолепно. Давай посмотрим, что нас ожидает здесь. Оу. А у нас-то здесь очень даже неплохо. Практически вся имба. Ладно, начнем потихоньку разбирать. Отлично. Блин, надо как-то Микеланджело прокачать до соточки и Донателло до соточки. А то как-то команда не смотрится, да? Вроде бы все братья, тем более из одной, как говорится, мультивселенной. А уровни у них какие-то недокачанные. Надо, чтобы все смотрелось идеально. Так, переходим с вами на вторую волну. Что, можно сделать, в принципе, уклоняшку здесь. Так, и вот, давай. Ага, не всех подбили. Нет, Крис, помощь тебе здесь уже не понадобится. Все, вырубили. И последняя, третья волна. Начнем с сюриков. И что же нам сделать? Наверное, уничтожим муху. Так, погоди секунду. Возьму провокацию все-таки. Все-таки провокацию надо брать. Отхил нам здесь не нужен. Вот этого я хочу ушатать. Я знаю этого бибопа, он вредный. Рафаэль, контратаку. Даже несмотря на то, что, ребята, он заморожен, он все равно будет контратаку делать. И остается лишь Рокстеди. Сейчас мы его попробуем. Ах, ты сопротивляешься еще. Ну, Раф, добивай его. Все. И, как говорится, первый эпизод у нас с тобой здесь пройден. Пройден очень даже быстро. Что же, идем дальше. Снаряжение клан Фуд. А здесь какой уровень? Здесь уровень бойцов 80-й. Я надеюсь, мы здесь тоже с тобой справимся. А следующий что, 90-й будет, что ли? Скорее всего, так и будет. Поехали. Так, маузеры, как ни странно, почему-то здесь не орут во всю глотку, как они обычно это делают. А почему-то просто идут в ближний бой. Окей. Так, предположим. Вторая волна. Ну что, сделаем с тобой уклонение на всякий случай, ребят. Можно было бы, конечно, не делать, но
Мало ли что. Наша супер вертушка. Ага. Одного все-таки уложили, баньки. Второго, третьего тоже уложили. И сделаем, наверное, сюрикеной. Блин, вот, вот если бы он был бы сотым уровнем, мне кажется, он бы смог бы их добить всех. Хотя уровень, по-моему, не влияет на скиллы. Кто-то мне такой писал. А вдруг он ошибся? Так, караечка минус. Сделаем с тобой защиту. Она уж точно лишней не будет, поверь. Тем более защита от Дони. Тихо, тем более он 80 уровня. Здесь, ребята, от Майки все равно толку никакого. Я решил захиляться. Взять провокацию на Рафаэля. Ну и, в принципе, немножко расслабиться. Почему? Потому что Рафаэль все-таки будет контратаковать. Вот этого хлыща попробую сейчас немножко побить. А добить... Ну все, Рафаэль его добьет. Не-не-не-не, Шреддер, это бесполезно. Ах ты, вот что. Но он, ребят, не понизил броню. Именно Шархан, поэтому мы с тобой все великолепно здесь сделаем. Давай вот так вот. Добить вряд ли сможем. Теперь крышка, и остается у нас Шреддер. Апперкотик, постепенный урон повесили. И добил его именно постепенный урон. Так, ребят, давай попробуем все-таки пройти. Ну, большие, конечно, шансы, что вряд ли. Но я хочу попытаться. Просто попытаться пройти вот этот третий эпизод. Эх, 90 уровни, жестко. Рафаэль, конечно, здесь в офигенной, ребята, зоне риска. В очень сильной. Блин, и врагов тут намного больше. Сейчас пока не буду, ребят, здесь ставить уклонение. Я думаю, наверное, ближе. После этого боя, скорее всего, да. После этого боя, наверное, мы с тобой сделаем. Давай-ка массовую атаку. Угу. Крепкие чувачки. Короче, нам нужно с тобой будет сейчас вешать все, что у нас есть. Все виды защиты, все виды отхила. Ну, в общем, все, что есть. Плюс уклоняшки. Уклоняшку, кстати, можно уже сейчас влепить. Потому что тут всего лишь остается двоих добить. Поехали. Раз. И два. Там будем с собой и провокацию вешать. Потому что, ну, сам понимаешь, здесь уже серьезный противник. Естественно, нужно уничтожать тех, кто имеет массовые атаки. А это именно Бакстер Стокман. Да и все, вроде бы, больше здесь никто не имеет массовых атак. Защита. Попробуем пробить все-таки. Есть. Так, здесь очень много провокаторов. Здесь Рокзар первый, плюс Острозуб, это второй провокатор, плюс Крис Брэдфорд, который делает великолепную защиту, плюс... Воу-воу-воу-воу! Срочно, срочно, ребят, провокацию берем. Дело дрянь, хиляемся. Так, давай, наверное, со стразу... О, блин, он провокацию взял, я даже не увидел этого. Надо его теперь пробить, попробовать еще. Блин, какой он... Он крепкий здесь, почему-то, когда я играю за него, он не такой крепкий. Посмотри, что творится, а. Блин, нам надо еще хиляться тогда, получается. Этот же может пробивным. О, и он это делает, ребят, слава богу, не пробил. Да как так-то? У них что, такая, блин, офигенная прям, извини меня, броня, что ли? Мне хил нужен срочно, ты понимаешь? Вот, Лео, выручай, пожалуйста. Так, а дальше-то как быть? Конечно, когти с постепенным уроном еще. Ну вы сейчас вот издеваетесь, что ли? Еще и атаку понизили, зашибись. А этот баф врубает. Прикинь. Ну. Так. У этого будет контратака. Да и пофиг мне на нее. Допустим. Рафаэль, блин. Так, теперь этот взял в провокацию. Ну ты понял, да? Теперь этот взял провокацию, он еще и под защитой. Как вот его сейчас пробивать? Я ума не приложу. Мне главное, чтобы... Все-таки Рафаэля хотят уничтожить. Уклонение, может быть. У нас еще постепенный урон висит. На Рафаэле именно. Не знаю. Трындец, ребята. Расписал. И вот этот чмошник, а.
Здесь была моя вина, знаешь, в чем? В том, что я поставил провокацию. Естественно, вся вот эта армада била одного Рафаэля. Так бы, может быть, они делили бы свои, как говорится, удары. Но я решил, что я умнее, хитрее их. И, как видишь, оплошал. Рафаэль на самом деле очень сильный, но так как они были пробафаны по полной программе, он не справился. Он не справился с натиском врагов, и, соответственно, за это мы поплатились. Также у нас и здесь тоже с тобой будут, я не знаю, отчаянные попытки какие-то, наверное, победить. И во что это сейчас влится, мы не знаем, ребят. Сейчас будем смотреть. Массовых атак у нас здесь с тобой нету. Вот в чем беда. Рафаэля подбили, один Леонардо, но на нем далеко не уедешь. Плюс, наверное, Донателло все-таки они забомбят. Этот делает отхил, и я сделаю, естественно, тоже отхил. И продолжаю. Делаем уклонение. Ну, по возможности, я не знаю, ребят, ну, пройдем. Ну, не идеально, а я хотел идеально именно. Промахиваемся, потому что меткость понижена. Этот хиляет, у них очень много здесь хила, я смотрю. Шреддер плюс муха. Блин, муху надо валить. Если бы все так было просто. Если бы все так было просто, мы бы уже давно бы здесь прошли бы. Но Донни, еще Донни в зоне риска. Офигенно, он 80 уровня, естественно. Он слабенький, поэтому... О, он слабенький, и все на него, естественно, наезжают. В плане, блин, муха, ты паршивая со своим уклонением. Ты посмотри, она не упала, ребят. Добьем. Не-а. Тогда будем хиляться. Че за бредятина? Какую-то муху не могу подбить, а? В шоке просто от этого. Это еще уклонение свое вешает себе. Понятно. Короче, Донателло, скорее всего, потеряем. Не, не могу. Не могу попасть по мухе какой-то несчастной навозной вшивой мухе. Я не могу попасть. Только уклонение упало, сразу пробил. Не-не-не-не, мне кажется, не получится у нас тут пройти. А, замечательно. Переигрывать, блин, ну фиг его знает, ребята. У меня не хватит сыра переиграть это все. Мне кажется. Хотелось бы, очень сильно хотелось. О, еще и отхил, ребята, вырубили. Естественно, хилять бесполезно. Может, уклонение мне как-то поможет. Сомневаюсь, конечно. Трындец. Ну, Лео, по идее, наверное, все-таки здесь выживет. Точнее, не то, что выживет, он победит. Потому что, ребята, у него он пробафан весь по полной программе. На крит, на атаку. Все, у него все бафы слетели. Но у него есть вертушка. Хоть вот тот и под защитой, но пробиваем мы неплохо. Все. Ну, если брать по факту, мы с тобой прошли все эти три эпизода. Я немножко хотел, ребята, конечно, идеально, но очень сложно. Блин, ну сотого уровня, конечно, проблемы. Проблемы офигенные. Если бы у меня все бы мои черепашки были бы сотого уровня, поверь мне, мы бы прошли бы это все с закрытыми глазами. Я больше чем уверен. Но, тем не менее, от этого как-то все равно, ребята, интереснее. Потому что есть азарт. Азарт в чем заключается? В том, что противник как бы 90 уровня, да, а у тебя всего лишь два персонажа сотого. Остальные, извини меня, 90 и 80. То есть, как бы, ну, в принципе, идет как бы на равных. Но, как видишь, компьютер, как говорится, противник оказался сильнее и провористей. И смогли меня победить. Ну что, ребята, я тогда буду на этом. Подожди-ка, у нас. У нас есть пофармить. Не, фармить мы не можем с тобой. У нас три сыра. Думаю, может быть, что-то сделать где-нибудь, да? Например, на черепашьей буре. Ну, тут, конечно, такое себе, да? Может выпасть тот, кто нужен, может выпасть тот, кто не нужен. Поэтому мы, наверное, с тобой будем все-таки фармить на клан Фути вот эти, ребята, элементы. Или же... А что или же? Ну да, скорее всего, элементы. Ну что, я пошел за кадром набивать нам телепорты. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.